Мы оказались в разделе обуви. Скидка тоже 65%. На любой вкус и цвет можно найти себе обувку. Начиная от таких вот модельных. Туфли уценены до $76. Вот такие. Идем дальше. Ну, вот такие вот. 55 баксов. Понять, то ли 60 баксов, по-моему, такие вот. Вот $50. $27. О, вот такие мы зимние купили. 36 крутые. Идем дальше. Да, тут и 3 часов не хватит, чтобы обойти и перемерить, пересмотреть все. В основном здесь весенне-летний стайл, видимо, они сейчас распродают. Какие? $31. Круто выглядит, легенькие такие. Так, пошли. Утепленная обувь. 45, что ли, могу понять по ценнику. 49 31 59. Такие вот высокие. 73. Зимняя одежда еще, видимо, и обувь не стала еще поступать. Вот такие вот, вот бесценные, надо уточнять. Такие вот милые. О, с какой крутой подошвой. 34. Вот такие вот. $41. Сапоги. 66. $35 31 38. Пошла уже ближе теплая обувь. Такие сапожки у них здесь высокие, прям высокие. 52. Да, в Москве бы
Ценник был бы космический. Вот такие вот на шнуровке крутые. О, еще наверху вязаная такая штука. Прикольная. Сколько стоит, интересно? 59. Ну, 60 баксов считайте. Вот такие вот. 56. Вот такие вот, вот. Без цены. Интересно, сколько стоит. А, есть цена. 48 баксов. Классика жанра. 62.